вами Виктория Мун, и не прошло и пары месяцев, как вышло новое видео. Ну а как вы смогли заметить, на мне специальный Christmas свитер за окном, Christmas декабрь, а это значит, что настала пора новогодних видео. Я правда надеюсь, что это не будет последним видео в этом году, но если что-то пойдет не так, то я очень хочу принести вам немножко тепла, уюта и какой-то пользы. Именно поэтому сегодня мы с вами поговорим о Christmas, Happy New Year, кози, супер шикарных, шедевральных фильмах. И я очень надеюсь, что эти видео вам понравятся, так что ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, и вы знаете, что нужно делать. И давайте поскорее начинать. «Очень плохие мамочки 2». Да, это продолжение той самой сумасшедшей комедии. И знаете, я не люблю продолжения или ремейки, но этот фильм стал огромным-огромным исключением. Он настолько потрясающий. И суть этого фильма в том, что наши мамочки готовятся к Новому году и Рождеству, они готовят подарочки, блюда, все дела. Но тут случается очень интересная вещь. Приезжают их мамочки. И, короче, очень крутой фильм. Получается смешно, весело. И, блин, если вы еще не видели, как бы, you are welcome. Принцесса на Рождество. После смерти своей сестры главная героиня Джулс должна заботиться о своих племяшках, и ей очень нелегко, так как кроме того, чтобы обеспечивать их, она должна проявлять им заботу, так как она теперь становится их мамой. В канун Рождества семья отправляется в Европу по приглашению дедушки, от которого они никогда ничего не слышали, и вот там начинается много интересного и приятных сюрпризов. Фильм на самом деле очень классный, уютный, теплый. Я обожаю такие фильмы, особенно под плохое настроение. Он приносит просто море удовольствия, такой сказочности. Ну, в конце концов, кто не хочет побыть принцессой? Кстати, в прошлом году я тоже выпустила видео про офигенные рождественские фильмы, так что обязательно смотри, ссылочка будет в описании и в правом верхнем углу. Так что переходи и смотри эти обалденные фильмы. Рождественская мелодия. Заранее говорю, что фильм просто обалденный, и я искренне не понимаю, почему я не нашла его ни в одном обзоре фильмов новогодних и вообще в рекомендациях, почему его очень сложно найти, но серьезно, он очень крутой. В нем рассказывается о главной героине Кристине, которая на волне амбиций в молодости убежала со своего маленького городка Сильвер Фоллс, но жизнь распорядилась по-другому, и в итоге она становится матерью-одиночкой и вынуждена возвращаться опять в родной городок. И вот там происходит много всего интересного, крутого. Не буду вам ничего рассказывать, потому что, в общем, фильм очень крутой. Смотрите. Наслаждайтесь. Merry Christmas and Happy New Year. Ну что ж, это, надеюсь, не последнее видео в этом году подошло к концу. Не забывай ставить лайки, если понравилось, дизлайки, если не понравилось. Напиши в комментах твой любимый новогодний и рождественский фильм. Мне правда интересно, потому что я бы хотела снять вторую часть, если вам это зайдет и понравится. В общем, не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, вы все знаете, вы просто супер. И до скорых встреч. Пока!